Давай, 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 давай
Вовсю идет второй тайм противостояния Сбербанк Технологии и Банка ВТБ. 1-1 у нас, напомню. Равная игра и очень непросто соседям по турнирной таблице определить, кто же из них все-таки сильнее и достойнее очередных трех набранных баллов. Эти команды пока не играли. Так что здесь каждый матч получается за 6 очков, как говорится. Контролирует мяч Сбертех. Ну или кто-то скажет, наоборот, решил Банк ВТБ сыграть вторым номером. Забыли совершенно защитники ВТБ. Зурганников пошел отдохнуть. Видимо, его ошибка была. Душкин. Ошибка игрока Сбертеха. И все-таки выходит вперед Банк ВТБ 2-1. Но есть еще много времени у Сбертеха для того, чтобы отыграться. Не дотянулся до мяча, но есть партнеры. Все за счет индивидуальных действий построено у Сбертеха. Как только появляется возможность, сразу бьют. Здесь помогает Сбертеху Душкин. Снова равенство на табло 2-2. Снова попрессинговали. Штанга. Добивать было некому. Еще один момент. Что ж такое? Пожарит ВТБ со страшной силой. Душкина потеряли. От двух ушел восьмой номер Сбербанка. Еще один рикошет. Ну, бильярдисты одни играют у Сбера. Расчеты на отскок. Три два в пользу Сбербанка. Come here.
Сбертех ведет и теперь может себе позволить не торопиться. Главное так мячи не терять. Аут. Рукавников. То ли наезд, то ли уже удар отчаянный. Банку в ВТБ сегодня играть еще со спецсвязью. Что устали уже эти и другие, никто не торопится вводить мяч. И банкиры сейчас технологии не пытались как-то торопить, самим отдышаться нужно. Удар мимо. Последняя чистая минута. Сбертеху нужно просто уже отбиваться. Ну, есть альтернатива пойти забить самим. Главой. Душкин бьет. Вратарь очень грамотно сыграл. Увидел, что только центральная зона напротив ворот свободна от игроков. И туда решил отбить. Не стал по умолчанию отбивать на противоположный фланг. Трихват в центре. Конец. 3-2.